Всем приветики! С вами Милис, и мы продолжаем играть в «Привет, сосед 2». Так что бери вкусняшки, чаёчек, кофеёчек и надевай наушники. Поехали! Ну что ж, в прошлой серии мы открыли вот эту вот штуковину, взяли отсюда вот эту штуковину под названием кубок. Ты какой ты милас, ты какой хороший! Ой, ладно. А теперь нам надо пойти в комнату и поставить этот кубок. Так, уже прошло несколько дней, и я немного подзабыла, что здесь вообще, где находится. Был у меня перерывчик. Тебе показалось? Ой! Нифига он меня не увидел. Нифига себе. Так, в смысле, а что ты на второй этаж идешь? Это еще можно как-то трогать? А, мне кажется, потом будет какая-то последовательность, которую мы это прожмем, и что-то откроется, наверное, в его... вот это вот теплом месте. Так, а сейчас, что у нас тут есть вообще? Ага, здесь мы взяли мяско, это мы его покормили. А вот этот закрыто, здесь не хватает ручки. Надо будет придумать, как это открыть. Вот, ноты. Так, хорошо. Давай это попробуем потом. Когда он пойдет еще раз наверх, сначала поставим кубок. Так. Кубок. А где стоят кубки? А это что такое? Ладно. У него где-то есть кубки, по-моему. Вот. Сюда? Похоже на то. Тихо. Так, давай сейчас ноты. Ноты сделаем. Так, что у нас по нотам? У нас желтый, красный, зеленый, синий. Желтый, красный, зеленый, синий. Так, желтый, красный, зеленый, синий. Благо, он меня не слышит. Он сюда идет. Нет, ну зачем? Ну как так? Блин. Так, вообще нам еще надо, кажется, 3 кубка достать. И что-то я не понимаю, а где? Что-то как бы места нету. О, все, он ушел. Но мы так и не открыли его стул. Так, он пошел куда-то. Так, сюда что-то надо. Сюда надо будет пластинку. Отлично. Вообще не отлично. Нам надо пластинку. Я ее видела. Ух ты. Тут дисковой шар. Так, пластинку я видела в рамочке на втором этаже. Давай сюда присядем. Так. А теперь нам надо где-то пластинку достать. И мне не нравится, что он начал ходить на второй этаж. Значит, что-то сейчас есть на втором этаже, что мы можем сделать или не сделать. Я думала, мы сможем разбить, но что-то не получается. Так. Ага, он идет сюда, в ту комнату. Хорошо, сюда он, думаю, не пойдет в свое потайное место. Так, картины, может, потыкать надо. Так, тут есть телек, не работающий.
Ага, еще несмотря на то, что... А, у нас еще, помнишь, была эта лампочка? У нас, кажется, аж лампочка была. О, нам еще штурвал надо откуда-то взять. Господи, я уже все и забыла. О, можно покры... О, подожди, не-не, мы попрыгаем, мы попрыгаем. Так, я допрыгну, я смогу. Надеюсь, его там не сильно на первом этаже это мешает ему играть, то, что я здесь прыгаю. Так, давай. Я туда точно не залезу, мне надо как-то в прыжке это взять. Мне это кажется. Будет забавно, если он сейчас зайдет, а я как это истинный ничего не дельщик, взломщик. О, нафиг эта кровать, я вот так все взяла. И он, кажется, здесь рядом. Так, а теперь это мы попрыгали, это мы взяли, хорошо. Его здесь нет. Хорошо, ставим. А, нам откроется штурвал. Хорошо, нам еще нужно две. О, еще две. Так, где бы еще достать две? Так, это мы закроем. А, надо бы... залезть, может, на чердак? Как думаешь? Может, все же на чердак снова полазить там? Почему бы и нет? Или вот тут, кстати, можно что-то обойти. Так, это куда путь? Это путь на первый этаж, походу. Да. Да, это на первый этаж путь. Ну, ладно, давай здесь. Побудем. Так, здесь огнетушитель был. Хорошо, мы его, видимо, сперли. Теперь он непонятно где. Замечательно. Так, будильник. Нет, будильник нам не нужен. А, думай. Что здесь еще можно было сделать? Так. Это мы вроде все сделали. Это мы сделали. А, есть идея пойти на второй этаж, конечно же. И как открывается вот эта фигня? Его стульчак, ё-моё. А еще нам нужен диск. Пластинка. Еще нам нужен пластиночка. Проигрывающая. Так, давай смотрим. Пластиночка. Видимо, это не та пластиночка. Так, нам нужно попасть на второй этаж. Вот сюда, хорошо, сейчас мы залезем. Ага, вот еще потайная комната какая-то. Поднимается. Ладно, тогда мы наверх. Так. Так, есть какая-то потайная комната. Значит, может, есть и какая-то потайная дверь. Логично ж? Логично. В принципе, логично. Так. Эй, залезь, пожалуйста. Так, сюда давай. Ага. Так, есть окно. Окно сюда. Окно сюда. Так, что нам не жалко? Что мы можем выкинуть? Лопату. Ну, думаю, это он точно услышал. Это он 100% да услышал. Так. Здесь. Вот здесь, я помню, мы были. Это моя лопата. Не трогай, это моя лопата. Так, смотри, в чем дело. Вот эту штуку мы забираем. Ага, и она... Так, это наоборот мы ставим.
И она защищает эту фигню. Хорошо, значит, нам ее нужно будет куда-то поставить. Возможно, еще где-то применить. Вороны, хватит нагнетать атмосферу. Так. Мне вот еще эта интересная картина, но какая-то подозрительная. Он меня здесь не поймает? Он меня здесь не поймает. Только если я ему на голову, конечно, не упаду. Так, я еще видела... В ванне, кажется, тоже мы могли бы куда-то залезть, какую-то вентиляцию. Это надо искать. Это надо еще искать, походу. Так, лом. У меня есть лом. А вот эта штука не открывается. Ты залезь, ты. Так. Это куда? Ага. Так. Это куда? Ага. Там же есть потайная комната, блин. Как в нее попасть? Я что-то вообще не втыкаю. Ни правым, ни левым глазом не втыкаю в это. Где у него здесь потайные ходы? Что за звук? Что за звук? Еще нам ей нужна пластинка игровая. Так. Ну что ж это такое? Ничего, ничего не могу найти, ничего не могу понять. Вот как попасть сюда? Там какой-то глаз. Вот как? Прям в соседней. Прям в соседней комнате. Прям в соседней комнате, а? Так, давай пройдем. Давай сюда, сюда. Вот за этой стенкой. Вот в этой соседней комнате. О, вот, видишь? Где? Вот, в соседней комнате, получается, видимо, мы сюда штурвал вставим, и вот это вот откроется стенка. Так, это понятно. Хорошо. А все остальное мне, конечно, пока непонятно совсем. Совсем мне непонятно. Давай, я предлагаю пока пойти на улицу. Может, что-то на улице есть, потому что он стал на улицу ходить. Нет! Не умирай. Так, может здесь что-то на улице есть. Ой-ой-ой, идет. Так, может у него есть какой-то подвал. Ага, ванна. Так, ну в ванне вроде бы ничего не было. Так, стульчак. О! Пусть купается. Пусть купается. Хорошо. Так, это дверь на кухню. А вот и пошло дельце. Надо было всего-то залезть сюда. А кровать, походу, все еще это... Танцует. Хорошо, ладно, без меня она там что-то вытворяет. Ладно. Так, вот он щиток. И сюда мы как раз все ставим предохранитель. Отличненько. Отличненько, дело пошло. Так. Что случилось? Что случилось? Куда этот провод ведет? Ага, вон. Вон там. Отлично. И сюда нам нужно ввести, походу, какой-то код. Какой код-то ввести? Кажется, что-то связано с картиной внизу! Так, хорошо. Вот сюда. Эвакуируемся вот сюда.
Так, кажется, вот что-то с этой картиной связано. Ага, 8691, 8691, вот это вот. Меня тут нет. Меня нету, я стул. А больше же нету нигде ничего, да? Давай попробуем. Так, отлично. А, давай попробуем. 8, 8, 6, 91. О! Отлично. Отлично. Это мы сделали, поживем в шкафу. Интересно, он умеет шкафы открывать? Так, он убежал, отлично. Теперь я поставлю тебя сюда, сюда. Он где-то бегает, где-то шуршит. Так, хорошо. Это мы сделали. Нужно еще один кубок. А для этого мне нужна пластинка. А, пластиночка или еще что-то. Я не понимаю, что ему надо от меня. Получилось, 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 получилось. Мне все есть. Бежим, бежим, сейчас все сделаем. Так, включайся, включайся, давай. Так, это, конечно, все отлично. Ну что, открылось? Нет, 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 нет. А что это за дискотека была? А? Это что, блин, была за дискотека? И мне ничего не открыли. Стой, может, этот стул открывался музыкой? Чё думаешь, а? А может быть? А давай. Начинаем. Тебе показалось, тут ничего не было. Никакой дискотеки нет. Тебе кажется. А, только вот мне не кажется, где пластинка, где мой кубок последний. О! Стоять, а как туда залезть? Я буду здесь сидеть, он меня не увидит. Господи, ну не говорите, что он застрял! Ну, ё-моё! Господи, я каждого персонажа здесь сломаю, походу. Ну, ёб твой налево! Достали уже! Чё, нельзя было нормально сделать без всяких багов? Бежит за мной, да. Стоп. Раз, низу потолок падает вниз. Значит, где-то пол падает вниз. Может, надо мной там что-то? Как думаешь, а? Давай еще раз попробуем. О, отлично. Так, давай. Сюда. Замечательно. Все, и меня здесь нет. Он меня никогда в жизни тут не найдет. Ха-ха. Хлеп. Так, это мы ставим сюда.
Давай, давай, давай. Это мы забираем. Хорошо, это мне надо в соседнюю комнату. Через шкаф выйдем. Отлично. Так, это я ставлю сюда. Так, это мне теперь надо покрутить. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Отличненько. Ё-моё, так. Хорошо, ключик. А я там еще не посмотрела. Там, кажется, может, еще что-то было в кабинете. Ага. О, господи, это что за плащи? О, господи. Это что такое? Так, ну, я так предполагаю, что этот ключ уже как раз-таки от ворон. Ой, ну спасибо, спасибо, благо не сдохла вместе с этим ключом. Так, а да, нам сюда, только вот откуда это? И вот. Да ты, блин. Господи, он самый глазастый. Он самый глазастый. Я его терпеть не могу. Ой, как с ним сложно. Какой он худенький. Ой, спортивный-то. В лосинах своих бегает, а? Ой. Так, отлично, он куда-то ушел. Да, задолбал. А здесь ты меня не поймаешь, здесь ты меня не увидишь. Это не твоя зона действия. Уху-ху. Так, ладно, поехали. Ага, он ушел туда. Ты чё, блин, за звук? Ё-моё. Ключ, отлично, я взяла ключ. Так, что тут у нас еще есть? Так, можно наверх залезть куда-то, наверное. Кто-то спит? Ой, блин. В смысле? А, он заснул, походу. Так, смотри, прикол. Нам надо как-то наверх. Нет, нам наверх не надо. Но мы откуда-то можем сюда пролезть. И вот как-то надо открыть. А, вот это, видимо. У меня есть ключ. Он, походу, спит. Ты не мог как-то потише это сделать, а? Все потише ты не можешь делать. Так, лом, 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 лом. Все, это я открыла. Книгу. Так, я взяла какую-то книгу. Не знаю, что это за книга. Здесь есть ванна. Сюда надо вставить будет ничего. Хорошо. Но я могу включить ванну. Ладно, пока не буду я ничего включать. А, он спит. Отлично. Хорошо, он заснул. Он заснул. Так, куда мне книгу положить? Мне куда-то надо книгу. Книгу. Для кого? Для чего мне надо книгу? Тебе надо подать книгу взять? На. Зачем мне книга? Алло! Зачем мне ваша книга гребаная? Скажите мне, пожалуйста. Куда мне книгу вашу взять? Мне поставить куда-то надо, да? Вот сюда поставить надо. И чё, блин?
И чё? И тут чё? А вот это? Еще? Кого здесь еще поставить надо? Покажи мне. Чё? Куда? Кого? А, тут разные символы какие-то. Чтоб ты понимали. Только я чё-то не понимаю. Понятно, даже он заснул. Вот теперь скажите, в чем проблема? И сохранение все туда-сюда, сюда-туда. Так, огонь, фигня какая-то, кинжал, цветок. Может, сначала как-то нижнее, потом типа верхнее пойдет, сохранение хватит. Потом вот так вот, и потом, может, вот так вот. Нет? Нет? Что тебе надо, скажи мне, пожалуйста. А как? Как мне тебя открыть? Душу твою, сердце твое, в пятки загнать. Так, я вижу здесь ничего. Отлично. Не, он спит. Он реально спит. Он реально спит, потому что здесь офигеть какая непонятная дурацкая загадка. Он просто решил заснуть. Так, где нам еще нужен был ключ? А? Нам ключ нужен был только здесь, кажется, и все. А, нет. А, да. И все, у нас все открыто. Он реально спит. Он просто спит. Он спит. Понимаешь, он спит. Так, мне нужна подсказка. Какой очередь мне их открывать? Блин, а ты кто? Ты чё тут стоишь? Что вам надо? Может, что-то тут есть? Ладно, мыться тоже не стоит. Что в этой у нас комнате? Ой, давай не ломать, давай не ломать игры, давай. Так, ладно, давай, давай думать, давай думать. Я как бы ни на что не намекаю, но кажется, я все сделала. Я взяла голову, я просто наугад вытащила вот эту красивую и решила вот эту красивую. Типа, ну и все, ну и все. Так что теперь голова здесь будет стоять на месте. У нас откроется чердак, мы попадем к детям, мы спасем детей. Привет! Ну куда ты прячешься? Я тебя спасу. Что он с тобой сделал? Господи. Давай, пошли. Нам надо выходить. Привет! А это мой ребенок. Эй, отстань, дай ему с ноги, пожалуйста. Отлично, теперь будем мы в клетке сидеть, походу. Так, ну что ж, у меня игра крашнулась, вылетело что-то на этом месте. И я так понимаю, все, теперь мы здесь в заложниках. Но нам, для нас это легко, мы легко выберемся, так что продолжим уже играть в следующей серии. А если хочешь продолжение, то поставь лайкосик и обязательно напиши об этом в комментариях. Так что все ссылочки в описании и всем пока-пока.